Дамы и господа, меня зовут доктор Джуст Брауэрс. Я хирург-имплантолог из Нидерландов, где управляю стоматологической клиникой совместно с моим хорошим другом и коллегой доктором Хан Ван Дайком в городе Амерсфорд, недалеко от Амстердама. Я также читаю лекции по всему миру и имею честь выступать на конгрессе «Мегастом» по имплантологии Implantology 2018 в Санкт-Петербурге. Я рассмотрю две темы. В первой расскажу о немедленном замещении зуба в эстетически значимой зоне. Она основана на соблюдении анатомических, хирургических и эстетических принципов. Это непростой вариант лечения. Установка имплантатов в эстетически значимой зоне – это технически точная работа, не оставляющая права на ошибку. В своей лекции я приведу методические рекомендации о оптимальном положении имплантата, обработке мягких тканей, положении зенита десны и многое другое. Soft tissue handling, position of the zenith, and much more. Вторая лекция посвящена обработке твердых и мягких тканей в новой эре. Современная имплантология становится все более надежным и предсказуемым способом восстановления потерянных зубов. Сейчас же, в целях улучшения эстетики, специализированная литература содержит множество информации об успешном сохранении и восстановлении тканей вокруг утерянных зубов. Имплантология, особенно в эстетически значимой зоне, является комплексным терапевтическим решением. Поэтому нам нужно принимать во внимание ситуацию и остальные наиболее подходящие из имеющихся решений. Мы поговорим об истории обработки твердых и мягких тканей, где мы сейчас и что принесет нам будущее в этой области. Я ожидаю встречи со всеми в Санкт-Петербурге и надеюсь на увлекательную дискуссию о нашей любимой сфере деятельности – имплантологии. Большое спасибо!